Хай всем, добро пожаловать обратно. Варлок проходит Slay Spire. Мы вчера победили. 12 уровень возвышения, безмолвный, 12 дефектом, 13 лотоносцем. Окей, я предлагаю попробовать их выровнять. Погнали дефектом. Улучшенные карты реже. Знаешь что, игра? Ты меня не испугаешь. Я предлагаю попробовать выровнять всех и потом пытаться взять 13 уровень возвышения всеми, потому что, ну, это будет... Это будет неприятно. 13-й это не шутка. Но улучшенные карты реже — это небольшая проблема, если ты грамотно улучшаешь колоду, чего я обычно не умею делать. Выбрать и получить карту, получить 100 золота, редкую реликвию за 50% текущего здоровья. Это на самом деле может быть неплохо. Для этого нам нужно выбрать путь, который нас ведет к большому количеству костров. Вау. Такого пути просто не существует. Ну, если... Вот этот путь, в принципе, ведет по кострам. Но тогда надо будет сначала элитку пройти, потом костер. Страшно. Очень страшно. Альтернатива — это 100 золота и купить просто реликвию в магазине. Что мне нравится больше, если честно. Не будь лохом. Курительница. Дает одну неосязаемость и каждый пятый ход. Это отличная реликвия. Это одна из моих любимых реликвий новых. Она может быть гениальна в своей простоте. Мы пойдем через магазин, а потом пойдем сюда. Если что, в магазине мы можем попробовать купить зелье лечения, например. Но у нас будет очень-очень серьезная задача. Это получать минимум урона. В чем курительница может помочь? Реально может помочь. Шок оборона. И я надеюсь, что у нас получится все. Потому что провал будет на первом этаже жестокий, если мы не сможем похилиться нормально. Так, теперь надо выбрать билд. Курительница сама по себе говорит о том, что защиты так много не нужно. А если так много защиты не нужно, то есть смысл играть через молнии. Ну, как минимум, этот удар молнии, он лучше, чем просто любая попытка сделать, что-то другое. В том смысле, о господи, я сегодня не по-русски говорю. То, что у нас есть молния, это лучше, чем все остальные атаки наши. И все остальные атакующие карты. Вот, да, вот шаровая молния, я про нее говорю. Отстаньте от меня. 3 сферы молний. Это норма, этот чувак умрет сейчас прям. Срочно, да, особенно после сдвоенного разряда он вообще умрет. Зелье ужаса, инициализация, силовое поле, целься в глаза. Из этого всего инициализация лучше всего. Карта за 0, начальная, сразу дает броню. Это все равно считает, что у тебя якорь есть. Якорь, который отнимает один слот для карт. Но в любом случае, почти в любой ситуации я возьму ее. Преобразовать карту, мы можем преобразовать карту. Удары, обороны. Честно, мы даже, наверное, можем позволить себе оборону одну преобразовать из-за курительницы. Попробуем. Разгон. Идти ли мне в магазин здесь? Или ну его нафиг? Попробовать вопросики выловить лечение. Много ли лечения на первом этаже в вопросиках? Оно там есть. Оно за деньги, но оно там есть. Я попробую. Получить золото, потерять 11 здоровья. Блин. Но если мы здесь золото получим, то у нас есть шанс вот здесь что-нибудь купить. Но тогда придется не идти на вот этот отдых. Я очкую, Славик. 49 золота мне не хочется отдавать. Но 11 здоровья мы, наверное, тоже не можем потерять. Можем. Я играю по-крупному. Мы будем отдыхать в лагере. Я не знаю, что из этого получится. Наверное, ничего хорошего особо. Так, пацаны, у меня для вас есть инициализация. Это уже 10 блоков. Потом шаровую молнию сюда. Мы тебя можем добить? Вообще-то, шанс очень хороший. Надо всего лишь 2 молнии, чтобы попали в первую вож. Спасибо, молнии. Я всегда рад вас видеть. До свидания, еще 3 здоровья. Прямо молнии, молодцы. Удвоить энергию, конденсатор, метель, конденсатор. Все, мы играем по-крупному здесь. И 39 здоровья перед элиткой. Ну, курительница, покажи класс.
так, первый ход мы все блочим, отлично. Второй ход мы тоже все блочим, потому что курительница сработает. Это будет как раз пятый ход. У нас нет возможности здесь использовать зелье ужаса, но это небольшая проблема. Так, они наносят 2 урона. Мы можем игнорировать блоки вообще, и что я и собираюсь сделать. Наносите мне 2 урона, вперед. Вот ты не могла в кого-то другого, курительница, в смысле молния, ты не могла вот в этого чувака попасть, он был бы уже мертв. В принципе, когда срабатывает курительница, мы практически можем игнорировать всех чуваков. Так, сдвоенный разряд может убить часового одного. Или мы его можем шаровой молнией убить, что намного надежней. Потом нам обязательно нужен блок здесь, и я думаю, что либо сдвоенный разряд, либо шок. Сдвоенный разряд, попади, пожалуйста, в первого часового. Ну, один раз попал. Как бы не идеально. Лучше бы 2 раза, тогда бы мы его точно сейчас добили. Курительница, ты там скоро? Нет, вообще не скоро. Даже приблизительно не скоро. Нам во втором лагере тоже придется лечиться. Я уже начинаю сомневаться насчет выбора, который мы сделали с курительницей. 50% здоровья того практически гарантированно не стоило. И с конденсатором я тоже сомневаюсь, что был хороший выбор. Что-то я очкую, Славик. Что-то это колода. Так, сколько мы можем ему урон нанести? 9 от молний, плюс 6 от удара. 6 плюс 9, как раз 15. Да. 25. Клубничка, ты классная. Спасибо тебе большое, что ты есть. Подзарядка нужна всегда, в любой колоде рулит. О, нет, ну почему? Суко. Ладно, без паники. У нас есть что здесь играть, поэтому разгон я не буду использовать сейчас. Колода маленькая пока что, в нее ожоги надо с осторожностью добавлять. С очень большой осторожностью, это может плохо закончиться. Зелье таланта, зелье ужаса нам нужны на босса. Кто у нас? А, конечно, Гексадух, кто бы сомневался. Гексадух на самом деле неплохо, потому что... Гексадух, он бьет в зависимости от того, сколько у тебя здоровья. А здоровья у нас может быть много. Можно разряд статьки взять. Разряд статьки с курительницей на гексадухе. С другой стороны, самопочинка нам практически необходима для выживания. Я рискую с зарядом статики, потому что я думаю, что нам нужно такие риски сейчас принимать. Пузырек с кровью — это лечение. Это хоть какое-то, но лечение. И... Я здесь отдыхаю. Я лох. О, как я не хочу этого делать. Потому что нам надо ковать. А что ковать? Разряд статики? Наверное, да. Это самая лучшая ковка сейчас для нас. Либо шок и сдвоенный разряд тоже. Я кую разряд статики. Либо мы сейчас умрем... До того, как дойдем до босса, либо мы умрем на гексадухе, либо мы станем лордом вселенной. Здесь вариантов немного. Потому что если мы не будем играть по-крупному, то у нас нет будущего. Абсолютно нету. Мы сольемся, и никакие волшебные заходы нам не помогут. Кстати, здесь разряд статики трэш. Нам бы побольше урона. Я попробую разгоном еще дамаг вытащить. Нет. Нет, нет и еще раз нет. Ну и ладно. Он разделяется на 2 слизи по 18. Вау, они не атакуют. Это самая большая шара в мире. О, какая красота. Ну и все, пацаны, готовы. Курительница. Вот бы она на гексадуха бы пришла нам. Так, чтобы... Не этот... Так, чтобы не мешать. А, поглощение. О, детка, поглощение с конденсатором. Да за что мне такое счастье-то? И мы можем похилиться. Окей. Так, мы здесь лечимся. Все. Теперь перед боссом мы будем апгрейдиться, потому что на него идти с полным здоровьем. Но это не то чтобы прям уж глупейший выбор, но не самый лучший. Так. Я здесь предпочту вошь не бить сразу. Вошь могут убить молнии. А мы будем бить зубастого червя, потому что я его опасаюсь. Вошь, к тому же... А, курительница срабатывает, отлично. Поглощение нужно бы играть с конденсатором вместе, но... Знаешь что, поглощение...
и можно разряд стать кидать здесь. Она сейчас нас ударит всего на один и, скорее всего, умрет от молний. Потому что сейчас две молнии призовутся, да. Отлично. Теперь оборона. Сдвоенный разряд тебя убьет? 20. Да, ты умираешь. Все, замечательно. Зелье проворства. На гексодухе намного должно быть полезнее, чем другое зелье. И расплавить на гексодухе тоже нормально. Расплавить такая карта, которая без четкого фокуса. И у нее эффект, ну, на некоторых противников очень хороший, на некоторых он вообще ничего не делает. Например, на этих. Ну как, ничего не делает. Он дамажит, поэтому как бы особо жаловаться не стоит. Спасибо за инициализацию. О, мы можем тебя убить сразу. Какая красота. Может быть, надо было его не убивать сразу, потому что теперь мы под дебафом, но мы можем сделать что-то типа того. Он нас все равно не пробьет. Я бы предпочел, если бы ты перестал меня атаковать. Атаковать ты перестал меня бы, юный подаван. Короче, я дамажу. А, мы его могли убить, да. Окей. Сначала думай, потом играй. Там защиту явно не надо было играть никакую. Надо было тупо его добивать. Ну ладно, 3 здоровья потеряли. Снова зелье ужаса. Цикл для билда на зельях практически необходим. И мы здесь куемся. А куем либо конденсатор, либо поглощение. Я думаю, что конденсатор нам интереснее, потому что тогда мы сможем больше сфер поглотить поглощением. И, собственно, это нам и поможет убить гексодуха. Сразу первый ход, зелье таланта. Бум. Дефрагментация, детка. Ты не представляешь, как ты меня спасла. Было бы еще идеально, если бы курительница сработала на его мега-атаку, но этого не будет. Ладно. В таком случае шок, молния. Мы не хотим сейчас молнии разряжать, у нас есть фокус, нам это не интересно. Он бьет на 30. Так. Как мы здесь сделаем? Конденсатор, цикл обороны. Очень просто, с зельем защиты вместе. 10 блока, конденсатор, цикл. Все. Он нас пробивает на 20, при этом призывает примерно 1 000 000 сфер молнии. Что меня абсолютно устраивает. Кроме того, мы можем сделать еще одно поглощение теперь. И подзарядку. Теперь у нас молнии бьют по 6, ему хана. Он в трэше. Теперь все, что нам нужно, это защищаться, блокировать, и чувак мертв. От слова совсем. Мы наносим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 30. 30 урона в ход мы наносим. У него нет шансов. Просто совсем нету. Ожог еще призовет 2 сферы молний. А, ожог не призывает сферы молний. Только когда от атаки мы урон получаем. И он мертв. До свидания. Очень хороший бой с гексодухом. Пожалуйста, сферы. Радуга. Электродинамика еще лучше. Электродинамика — это замечательный старт. Я не могу взять призрачный колокол. Я прошу прощения. Я просто не могу. Это плохо. Эта колода не переживет призрачный колокол. Мы умрем. Я у всех своих фанатов прошу извинений. Я не могу. Я беру перо, как маленькая чукча. Прошу прощения у всех своих чукотских фанатов. Но нет. Нет. Я буду разумным. Харьком сегодня я не буду этого делать. 3 костра. Посмотрите на это. Потом здесь на элитку, и можно обойти вторую, либо пойти на нее. Идеально. Вот сюда. Вот так. Да? Да. Привет, избранный. Как дела? Как жена? Как дети? У меня есть инициализация, так что у тебя как бы уже опции уменьшаются. Потом поглощение я сразу делаю. И знаешь что? Я не буду тебя атаковать обычными ударами. Они нам не очень нужны. У нас есть сферы в больших количествах. Делаем разгон, пока он еще тусуется. И здесь будет конденсатор. Разряд статики. И, наверное, шаровая молния даже вместо подзарядки. Но электродинамика против одного противника. Она мее. О, ты решил даже так? Знаешь что, сдвоенный разряд сейчас можно не использовать даже. Зачем? Пускай колдует на меня там слабостью, фигню. Скажи привет моей курительнице, ты мне ничего не можешь теперь сделать, и я тебе зато могу сделать... Простите, да фига всего. Да, призови еще 2 сферы молний. Какой молодец. Так. Поглощение шаровая молния тебя убьет?
Надо посчитать. Так. Поглощение даст нам 1, 2, 3, 4. 4жды 2 даст нам 8 урона. Плюс здесь будет 5. Плюс здесь 20, 28 урона. И шаровая молния даст нам еще... Да, ты должен быть мертв. Поглощение плюс шаровая молния. Да, 7.3, 21. Короче, да, мы его убили. Метель нет, рикошет нет, хотя он и улучшенный. С чем можно рикошетом поиграться? С разгоном. С поглощением. Я думаю, нам нужна защита. Защита в ее чистом виде. В таком виде, как прыжок. Расплавить пацана. Жаль, что мы его сейчас не добьем. Но это уже очень хорошо. Мы с него сняли 40 здоровья, считай, в первый ход. А вот здесь мы получим по сусалам. Ибо нефиг. Цикл или удар? Цикл, конечно. Да. Теперь надо его убить. Обязательно. Мы можем это сделать легко. Вообще, запросто. Даже нет сомнений. Стужа, голограмма, исполосовать. Я думаю, мы можем себе позволить. Позволить? У меня что сегодня с лексиконом случилось? По-моему, я умираю. Нам немножко сфер льда может помочь. Но я не уверен, что стужа — это те сферы льда, которые мы ищем. Давай. Хотя, опять же, она не улучшена. Некрономикон. Нет. Если выпадет сам Некрономикон, он для нас бесполезен. Вообще, для дефекта большинство этих книжек так себе. С другой стороны, мы идем через три костра. Хватит быть маленькой. О, к тому же это Энхиридион. Это намного лучше. И магазин. Теперь три артефакта. Три слота для сфер в начале боя. Окей. Апофеоз. Это должно быть, наверное, апофеоз и три слота для сфер в начале боя. Три слота для сфер не обсуждаются, это идеально. Апофеоз тоже как бы обсуждать сложно. Что у нас тут осталось? Геном по распродаже. Геном поздно. Для генома время уже прошло, его надо брать на первом этаже или не брать вообще. Что мы, соответственно, сделаем? Мы не возьмем его вообще. Слоты для сфер, вы няшки. Буфер, ты супер. Правда, не сейчас, потому что... А, знаешь что? Ты сейчас супер, потому что теперь мы сделаем подзарядку и спокойно пойдем дальше. Инициализацию сохраним. Он нас не пробьет из-за курительницы, буфер остается на этот ход. Все просто шикарно. Прыжок. Это одну атаку заблокирует. Если мы еще вот используем защиту, то у нас тогда чего будет? Так, 9 будет плюс... будет 14 блока, нам не хватит. Значит, в оборону можно не играть. Тогда можно сделать разряд статики и электродинамику. Нужно больше сфер молний. Потом мы поглощение, когда сыграем, вот тогда будет жесть. Апофеоз, поздно. Ты, к сожалению, пришел поздновато. Мы тебя все равно сыграем. Ну, ты пришел поздновато, честно тебе скажу. Улучшенный цикл. Я не понял, где мой... Мое поглощение. Это одна из основных карт в нашей колоде. Без нее как-то мы идем, честно говоря, так себе. Ее до сих пор нету. Ну, зато у нас все карты теперь улучшенные. Нет, нам не очень помогает, честно говоря. Конденсатор, я думаю, не нужен тоже. Ай-яй-яй. Ну, его сейчас убьют сферы до того, как он сделает все три атаки. Но было неприятно. Дефрагментация, да. Улучшенная дефрагментация, хочу вам сказать. Ну что, нам так-то без разницы, потому что у нас апофеоз, но все равно приятно. Получить реликвию, получить проклятие муки. Магазинов не предвидится, но муки я не боюсь. Давай, слот для зелий. Так, мы лечимся от пера. Ты красавчик, перо. И мы апгрейдим апофеоз. В принципе, мы можем забить на апгрейды в дальнейшем. Апофеоз есть. Мы его будем использовать. Кронциркуль. Одна из топовых реликвий для нашего чувака по имени Дефект. Можно пойти сюда, чтобы убрать проклятие. Знаешь что? Это, наверное,
не самая плохая идея, потому что зачем нам апгрейдить карты? А на всякий случай. Потому что здесь мы полечимся на полную, и теперь, например, если нам приходит поглощение рано, то мы его всегда будем рано разыгрывать, поэтому я лучше его проапгрейджу сейчас. Поехали, апофеоз в первый выход, сейчас будет, смотрите. Нет, было зато машинное обучение в первый ход, инициализация и, наверное, что-то типа сдвоенного разряда. Убей кого-нибудь из них, спасибо. Сдвоенный разряд, ты няшка. Здесь могут быть проблемы. Большие. Гигантские. Вы не представляете, насколько сейчас идеально курительница зашла. Это жесть. Так, хотим ли мы что-то вытащить? Апофеоз или дефрагментацию через разгон мы хотим вытащить? Потому что у нас все равно курительница. А, или знаете что? Или конденсатор тоже пойдет. Можно еще сыграть... Можно еще сыграть сферу энергии и убить гремлина второго. Лишнее. Лишнее, абсолютно лишнее. Зачем? Не надо. Сколько мы там сэкономим? Один здоровье? А вот теперь пошла же жара. Поглощение, разряд статики. Все. Мы близки к непобедимым. Этот чувак, его гремлины будут умирать в один ход. Теперь еще апофеоз сверху, дефрагментация, цикл. Просто до свидания. Абсолютно все прощайте. Ты пытаешься добавить своих кентов? К сожалению, это не сработает. Бум, бум, бум. Чего у нас не хватает, так это карт для того, чтобы сделать крон-циркуля рабочим. Но я знаю, что нам нужно для крон-циркуля. Нам нужно много... нам нужно много-много-много сфер льда. Они будут беспощадно уничтожать все, что движется. Ну, в том смысле, что они будут беспощадно давать нам миллионы защиты. И потом мы будем такие бам-бам-бам. Бессмертные такие бам-бам-бам. Да, я в детском саду учусь. Проблемы? Все за одного. У нас карты за ноль. Когда... У нас есть разгон, у нас есть инициализация. Шок и сдвоенный разряд будут ноль стоить после апгрейда апофеозом, но я думаю, это все равно не то. Автощиты. Ме. Я, наверное, выберу пропустить. И... Я, наверное, пойду на эту элитку. Мы очень хорошо здесь справились, и нам не нужны апгрейды. Мы хорошо полечимся перед боссом. У нас есть апофеоз в первой руке вместе с предвзятостью. Я думаю, мы сделаем здесь предвзятость сейчас. Да. Я думаю, мы успеем. Предвзятость, стужа и сверху еще конденсатор. Я не играю инициализацию, чтобы заблокировать два урона. А я их, мне их не нужно заблокировать, потому что у меня сфера льда, естественно. Ну, пока, пацаны. Электродинамика, дефрагментация. До свидания. Шикарная колода. Особенно рунический конденсатор. Он просто спасает всю нашу душу. Мы... Без него было бы намного сложнее такой резкий старт давать нашей колоде. Еще один конденсатор. Еще одна инициализация улучшенная. Для безопасности инициализация, для фана конденсатор. Ну и что вы думаете, я выберу? Конечно же конденсатор. Мы идем на элитку. Я не сучка. Ой, простите, я обещал не материться в этих видео. Все еще никак не привыкну. Так, инициализация, прыжок. А, мы все разыгрываем, что у нас в руке. В принципе. Здесь нужна электродинамика, без нее будет плохо. Электродинамика, я тебя попрошу прийти как можно скорее. Спасибо, электродинамика, я тебя все еще не вижу, но я верю, что ты пытаешься прийти ко мне как можно скорее. Мы будем лечиться перед боссом в любом случае. И все, это закончено. Танцы кончились. Прощайте, пацаны. Было приятно с вами познакомиться. Увидимся в следующей жизни. У нас есть три фокуса. Но у нас все еще нужна электродинамика. О, да, я вижу, что электродинамика решила зайти попозже. Ну ладно. Ладно, хорошо. Согласен, дурак. Тогда тебе молнию. Разряд статики давай нам. И цикл или шок. Кстати, кто у нас босс? Я смотрю, нужно ли мне экономить зелье на него. Я думаю, нужно. Цикл медленно, шок нам нужнее. Попробовать убить работорговца молниями. Цикл в этом не поможет. Ну!
нас почти слили. Я был слишком самоуверен. Я как раз сейчас смотрю летсплей по очень интересной игре, про которую вы, наверное, ничего не слышали. Называется Darkest Dungeon. Так там вот есть такое выражение. Самоуверенность медленный и опасный убийца. Вот это только что как раз было продемонстрировано. А мы можем здесь умереть вообще легко. И это будет 100% моя вина. Нам не нужно было идти на элитку. У нас готов билд. Зачем нам идти на элитку, когда у нас готов билд? Теперь смотрите, апофеоз стоит 3. Он бьет нас на 18. Я здесь буду просто все играть. Апофеоз, прыжок мы не можем сыграть. А мы должны играть прыжок, чтобы не умереть здесь. Нам остается 2 энергии. Это либо разгон и пытаться что-то зайти, найти за 0, либо играть просто удар один. Конечно, я поищу разгон что-нибудь за 0. Пожалуйста. Нет, игра, не убивай меня сейчас, когда я так близок к величию. Она хочет сбить меня в полете. Так, что здесь? Он бьет на 1. У нас блок есть. Я думаю, что шаровая молния и даже не конденсатор, а подзарядка. Потому что конденсатор... Мы делаем подзарядку, чтобы у нас на следующий ход было больше энергии. Пожалуйста. Бесплатный конденсатор явно. Бесплатная оборона тоже явно. Мы пока что живем. И здесь... Но он нас пробьет. По-любому дефрагментация пойдет, да? Надо его убивать как-то. А, у нас 13 блоков. Фу, сферы блюда, вы красавчики. Так, все. Поглощение. Нет, надоело. Сверху электродинамику и блок. Он нас не сможет пробить гарантированно, и он мертв на следующий ход. Ох, я жалею, очень сильно жалею, что я не взял пантограф в магазине теперь. Я беру еще одну инициализацию, я хочу жить. А, 42 здоровья. Мы можем здесь легко слиться вообще, легче легкого. Старт с дефрагментацией отличный. 2 инициализации позволят нам не получить здесь дамага. Но мы, наверное, сыграем только одну, а вторую сэкономим на потом. И электродинамика, цикл, ну, хоть что-то. Я не буду говорить хоть что-то. Цикл в начале это замечательно. Так, он бьет на 1. Мы можем замутить себе много конденсаторов сейчас. Я думаю, что 2 конденсатора и разряд статики, вот наш заход сейчас, это залог успеха на будущее. Курительница, спасибо тебе. Так, защиты теперь мало, но есть апофеоз, есть стужа и есть хоть какая-то защита. ...25 здоровья. Просто жесть. Зато есть дефрагментация поглощения. Есть 6 фокуса. Это хорошо. Нет сфер молний. Это, ну, соответственно, плохо. Будем делать то, что есть. Так, здесь блока хватит, можем удар. Он умрет очень быстро. Он, наверное, сейчас будет бафаться. Да, он сейчас с себя типа дебафы все снимает. И поглощение сейчас в самый раз пришло. Идеально. Поглощение. Невозмутимость сверху еще. Дай мне еще сферу молнии, пожалуйста. Вот инициализация была бы супер на следующий ход. Ну, конечно же, ее не будет. А может быть, он не переживет следующий ход, если мы все правильно сделаем. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 на 12. Это 72 урона. У него 87 здоровья. Правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 60 урона по 10 и 6 × 2, 12. 72 урона. У него 87 здоровья. То есть до 80 это 8, 8 плюс 7 это 15. Нам нужно нанести 15. Мы легко наносим 15. Все, он по идее мертв. Да.
Оу, я ни разу не боялся, что у нас будут проблемы. Даже не сомневайтесь. Так. Выбор между перегрузкой ядра и просто перезагрузкой. Перезагрузка хороша всегда и везде. Перегрузка ядра, но у нас нет того, что с ней работает. Давай не будем. Давай просто возьмем перезагрузку и не будем изобретать велосипед. Это что за покемон? Замерзшее яйцо заменяет треснувшее ядро. Заряжает одну сферу льда, если в конце вашего хода есть пустые слоты для сфер. Это новая реликвия. Раньше этого не было. Так. Какой интересный вариант. Но она заменяет треснувшее ядро. То есть сферу молнии вначале мы теряем. Что в принципе пофиг, у нас сфер молнии полно. Вопрос в том. Заряжает сферу льда в конце вашего хода, если есть пустые слоты для сфер. Это очень хорошо. Это шикарно. Нам как раз я жаловался, что не хватает сфер для льда. Правда, здесь у нас есть неразлучный молот. И у нас как энергия бы не помешала. И ковать нам не нужно в лагере. Я думаю, что это мы оставим на попозже. Нам просто идеально сейчас подходит энергия. Сфера льда это классно. Я все понимаю. Но энергия. Сфера льда мы можем найти в картах. Нам один ледник найти и все, и мы в шоколаде. А вот энергию мы в картах вряд ли найдем. Я обхожу всех элиток. У нас 68 здоровья всего, нам нужно время. Так, шторм, сразу разгон. Жрица змеи. Ну это же она на самом деле нифига не жрица змеи. Она просто чувиха. Я даже бывший чувак. Я не знаю, играть ли мне здесь двойной разряд, имеет ли смысл. Двойной разряд может убить ее призванного кинжала. Пожалуйста, спасибо. Жрица змеи. Жрица фигни. Теперь с энергией мы себя чувствуем намного, намного безопаснее. Курительница. Если бы ты сейчас сработала, было бы классно. Было бы супер просто. Так, начнем с шока, поглощения. Перезагрузку, я подумаю, потом. Невозмутимость сейчас не помешает. Вот теперь перезагружаемся. Ищем что-то поинтересней. Конденсатор, я думаю, не нужен сейчас. Можно еще одну невозмутимость замутить. Или просто оборону сыграть. Невозмутимость дает 5 защиты, оборона дает 8 защиты. Нам сейчас нужна просто защита. Никаких лишних телодвижений. Да, поэтому оборона наш ход. Быстрее нанесет свой дамаг. Ну и все, и теперь уже поглощение, шок, перезагрузка, удар. У нас уже 6 фокуса. Я думаю, пацанам хана. Было бы еще просто замечательно найти, например... электродинамику, хотя с другой стороны уже не потребовалось. Стужа, самопочинка, нет, стужа. Стужа, это сфера льда, как раз то, что нужно. Хотя бы какие-то сферы льда уже будем брать. О, мой бог, я заклацал все. Я хочу посмотреть, кто у нас босс. Дону и Дека? Нет, не Дону и Дека. Это плохой босс для нас, у нас много талантов. Так, терять все золото, получить реликвию. Не, простите, я так не играю. Потерять инициализацию, конденсатор, расплавить. Да, мы можем смело терять расплавить. На боссе он будет бесполезен. Поэтому я с радостью. Зеркало Долли. Скопировать карту. Теоретически надо копировать улучшенную, наверное, дефрагментацию. Ну да. Потому что еще одно поглощение явно лишнее будет. Второй вариант — разряд статики скопировать. Но я думаю, это медленно слишком. Так, давай посмотрим, какие еще опции. Улучшенное раскаленное яйцо поздно. Груша. Тоже поздновато, по большому счету. Харизма не нужна, очищение нет. Я думаю, что из этого всего действительно нам зеркало нужно и копировать дефрагментацию. И удалить, не забыть, проклятие. Я почти забыл, но не забыл. Так, по этим зельям. Будет ли у нас еще магазин? Может и не быть, поэтому я с удовольствием куплю себе зелье таланта. Даже два зелья таланта. Хотя босс-то и улучшается от талантов, но мы можем их сыграть на второй фазе. Сразу,
какой-то такой старт у нас. Опять же, хочу поблагодарить инициализацию за ее существование. Без нее сейчас 20 урона в лицо тут же. Или знаешь, что мы это можем на элитке где-нибудь или даже в обычном бою использовать. Нам не обязательно изобретать велосипед. Так, электродинамика, ты убьешь кого-нибудь мне? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, 30. Ты убьешь обоих этих чуваков, почти убьешь этого чувака. Значит, можно разгон не играть, но я сыграю все равно. Пока, пацаны. Привет вам от моей электродинамики. Она обещала вернуться. Так, ты мертв от молнии. До свидания. Сфер молнии нам хватит. Это явно лишнее. И вы можете сказать, что ты чё очкуешь, иди на элиток. Но я не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, что элитки сейчас для нас лишние. Мы не хотим с ними связываться. Зачем? У нас есть комплект реликвий, которые нам выиграют игру. Если я умудрюсь не запороть забег до этого момента. Апофеоз, дефрагментация, дефрагментация. Давай мне электродинамику. Нет. Ну, раз нет электродинамики, тогда невозмутимость. И, например, стужу еще можно. Сверх, да, с другой стороны, в этот ход явно столько не нужно было. Мы просто ждем электродинамику, нам больше ничего не важно. Вау, да вы просто обнаглели, пацаны. Мне сделать что ли 57 блока? Надо, кстати, не забывать о том, что у нас крон-циркуль, а оборону надо играть всегда. О, электродинамика, ну все. Шутки кончились. Белый шум я не буду брать. Я буду брать еще одну невозмутимость для того, чтобы сбалансировать колоду между сферами льда и сферами молний. Все-таки невозмутимость. Ну и это добор. Добор всегда хорошо. Так, ты что-то сильно жирный какой-то. Совсем какой-то жирный. Переходящий. Ты что меня бьешь так сильно? Прекращай. Вот а то я тебе сделаю две дефрагментации, а потом перезагрузку еще сверху. Потом конденсатор еще. И дай, подожди, я еще поищу какие-нибудь карты интересные. А вот тебе стужа. Вот тебе еще одна стужа. Да, хорошо, что мы не взяли штуку, которая дает нам сферы льда. Потому что у нас, например, сейчас нету свободных слотов для сфер совсем. Вот, количество слотов для сфер достигло предела. Поэтому нам никакого смысла в них нету. У него последний ход, предпоследний. То есть это еще не все, значит. Это еще даже не все. Ну, не важно, потому что у нас 69 блока. 69. А! Ожог испортил мои 69 блока. Козел. Самый натуральный. Теперь мы можем играть агрессивно. Тупо разыгрывать все карты. Это непобедимая комбинация. Что бы я еще хотел, там, может быть, парочку сфер тьмы. Вот я был бы не против. А вот это все я не хочу от слова совсем. Ртутные часы, фигня. Мы уже не можем пойти ни на одну элитку. Если нам не нужно будет здесь лечение, то мы пойдем по вопросикам в поиске каких-нибудь веселых шняк. Электродинамика? Электродинамика. Она пришла. Она пришла, пацаны. Нам хватит блока? Нам не хватит блока. Ну ладно, хорошо, уговорили. Так уж и быть. А если вторую электродинамику? А если разгон и дефрагментацию? Я сказал дефрагментацию. Я сказал дефрагментацию! Нет, ну это вообще наглость. Не дали мне дефрагментацию, когда я ее требовал. Сфера плазмы не нужна. Эквилибриум еще меньше нужен, чем сферы плазмы. Здравствуйте. Рад вас видеть. Вы бьете меня на один, я заметил. Поэтому я перезагружусь, поищу что-нибудь поинтереснее. Например, вот это все намного интереснее, да. Отросток шпиля. Он даже не колдует в первый ход. О, он колдует во второй ход. Сливай воду отросток шпиля. Мега сильная колода. И все из-за рунического конденсатора. Он делает наш старт примерно в 50 тысяч раз быстрее, чем он должен быть, по большому счету. Без рунического конденсатора мы бы
Еще там, играть или не играть, мне там чего-нибудь усилить? Усилить с дефрагментацией и всей фигней, да, да. Конечно. Так, и мы идем сюда. Нам не нужно здесь лечение, поэтому ищем в вопросиках вкусные шняги. Шок меня не интересует совсем. Это тоже неинтересно. Ну, хоть что-то хорошее будет. Так, я не рискую взять сомнения случайно. Да, выбор карт какой-то трешовый был. Давай мне сразиться с первым боссом. Я с радостью. Мы даже две бесцветные карты можем взять. Что из этого мне нужно, я даже не знаю. Наверное, мастер на все руки. И... Какой отстой. Ну, отблеск стали. Ужасные бесцветные карты. А, жрица змей, здравствуй. Что ты какая-то... Какой-то у тебя жирный старт. Сразу с двумя своими кентами начинаешь. А у меня чертовски медленный старт, я хочу сказать. Всего лишь 35 блока. Вау, третий кинжал летает сверху, окей. Паника? Паника? Да, паника. Да, это она. Это именно паника. И все очень плохо. Нам нужно убить всех вот этих гадов. И мы не можем этого сделать, окей. Мы можем, если мы выпьем зелье сил. Я его пью сейчас. 7. Он все равно бьет на 25, мы ничего не можем сделать. Вау. Ну, что там я говорил про самоуверенность? Мастер на все руки добавляет мастер на все руки. Какая красота. А, бездна, спасибо. Давно мечтал ее посмотреть. Это было очень плохо, у нас осталось 21 здоровья. Это было просто отвратительно. Мы на боссе будем использовать зелье регенерации, к счастью. Так, компиляция, перезагрузка, поглощение. Поглощение, наверное, их всех убьет просто и все. Знаешь, что даже можно вот так сделать, чтобы уже гарантированно никаких проблем не было. Все, он труп. Вау, вот это нам дали люлей под конец. Перо, спасибо, что ты есть. 57 здоровья, я рассчитывал тупо с полным здоровьем идти, но вот, собственно, почувствовал всю фигню. Сразу врубаем реген, апофеоз первый ход, это идеально. Не играй пока что лишние... Так, 26 блока, не играй пока что лишние таланты. Большинство талантов нужно оставить на вторую фазу, таких вот как цикл, которые, ну, вроде хорошие, но не топ. Так, начнем с отблеска стали. Ой, ты бьешь 9 на 4, да? Угу, понятно. Все с вами ясно. У меня 4 энергии есть. Ну, попробуем сделать максимально из этого. Я не уверен, что мы хотим сдвоенный разряд. Вау, бьет 9 на 4 все-таки, на 40 бьешь, да? Угу. Надо делать сдвоенный разряд. Пожалуйста, убей этого культиста. О, я ненавижу. Я ненавижу все, что здесь происходит. 38 здоровья. Примерно в 50 тысяч раз хуже, чем мне хотелось бы. Но мы наконец-то получили то, что искали. Конкретно фокус. Разряд статики заманчивый сейчас. Наверное, еще заманчивее невозмутимость. Вот это надо играть. И поглощение, и дефрагментацию. Я знаю, что он бафается. Мы бафаемся сильнее. Теперь невозмутимость или поискать перезагрузкой что-то поинтереснее? А если поинтереснее, то что мы вообще ищем? А ничего лучше мы не найдем. Невозмутимость это наше все. Электродинамика, да, было бы весело, но потом. Ну, потом, в смысле никогда. 21 здоровья, ага. Пожалуйста. Игра, спаси меня. Так. А, у нас курительница, окей. Мы можем развлекаться как хотим. Я не знаю, нужно нам притяжение вообще или нет. Или ну его нахер. Нам нужно убить вот этого хера. 100%. Поэтому... Рикошет. Мы его не убьем, да? Ладно. Молния, убей его, пожалуйста. О, молния. Как я люблю тебя. Кошка, пожалуйста, не трогай мой микрофон. Кошка,
я тебя прошу. Ты такая классная. Иди погуляй в другом месте. Папа тут воюет с боссом. Все плохо. На разгон, спаси меня. Усилить дефрагментация. Но вот именно в этот ход дефрагментация его отбафает по самое не хочу. Нам нужна невозмутимость. Нам нужны сферы льда. Теперь у нас есть сфера льда. Раз, два, три, четыре. Четыре сферы льда. Я думаю, что усилить дефрагментация даст нам больше, чем... больше защиты, чем ему силы. Потому что она нам даст за каждую сферу льда по... 4 блока. Короче, это наш единственный шанс здесь выжить. Есть еще подзарядка, может быть. Так, давай смотреть. Может быть, подзарядка, дефрагментация. Так. Если мы играем дефрагментацию, давай считать, потому что я боюсь что-то. Он бьет на 40, ровно. У нас есть 5 блока, вот они. У нас есть 7 4 это 28 блока. То есть у нас сейчас есть 28 плюс 5 33 блока. И 23 здоровья. Мы выживем. Да, мы можем усилить дефрагментацию делать. Мы, по идее, больше получили защиты, чем он получил урона себе. Должны были получить больше защиты, чем он получил урона. Я не считаю, но у нас должно быть что-то там дофига. 49 блока. Да, он нас не пробил. Отлично. Ну и по идее все. По идее мы его рвем в клочья. Я все еще не уверен насчет того, надо ли нам сейчас играть конденсаторы, но я буду. Слоты для сфер нам нужны. Рикошет. Вот притяжение я не буду разыгрывать. И теперь с кронциркулем мы по идее должны накопить достаточно защиты. Лучевая ячейка, спасибо, что ты есть. Прежде всего оборона, а потом удары. Наша основная задача сейчас жить, а не наносить дамаг. И вот следующий огромный ход. Так, смотрим, ищем. Мы ищем защиту в любых количествах. Лучше, чтобы это были сферы, конечно. О, сдвоенный разряд. Нормально. Мы сейчас хотим настакать примерно 1 000 000 000 блока. И все. Электродинамика не нужна. Усилить тоже. У нас есть стужа еще. И я поищу перетасовкой еще любую сферу льда. Замечательно. Все, 75 блока. А, спросите, 130 блока. Что-то я неправильно посчитал. Мы типа бессмертны. Нам типа пофиг, что мы его бафаем теперь. Мы можем, знаешь, что сделать? Делать голограмму рикошет. Это даст нам еще добора. А фиг там, рикошет даст нам просто карту на следующий ход ту же самую. Ну и сдвоенный разряд. А почему бы и не сыграть? Все равно сфера льда. Все равно у нас этот блок остается на следующий ход от кронциркуля. Все, мы победим. Я счастлив. У меня абсолютно никаких в этом проблем нету. Мы даже можем еще поглощение сделать, чтобы уже совсем 12 фокуса. Мы можем сейчас попробовать выполнить ачивку на... то, чтобы у нас было 20 фокуса в одном бою. И у нас есть даже слоты для сфер для этого. Для этого нам нужно несколько раз еще поглощение сыграть. Конкретно 4 раза. Нет, я этого не буду делать. Мне лень. Так, усилить нам не с чем играть. Стоп, сначала оборона, потом удар. Ну и 237 блока. Ну так, такая мелочь, подумаешь. Ой, ну сколько ты нас бьешь? На 27? Да, удачи. Удачи, мой дорогой друг. У тебя все получится, я в тебя верю. Я ни разу не сомневаюсь, что ты сможешь пробить наш блок. Мы за ход получаем больше, чем он наносит, поэтому тут победа 100% гарантирована. И отличный забег был, мне понравился. Очень классные реликвии. Сильный, мега сильный забег с дефектом. С тонна защиты, тонна урона. И при этом в начале было интересно. И несколько рискованных решений, которые мы приняли в начале, они окупили себя, как я и рассчитывал, в принципе. 13 уровень возвышения открыт для дефекта. Это меня очень радует. Я
когда начинал только проходить возвышение, я не думал, что я вообще смогу до этих уровней дойти, но... Простите. Видимо, не все еще потеряно. Вот, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то вы можете нажать кнопку лайк, это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ну, я благодарю вас за то, что вы его смотрели, и увижу с вами обязательно в следующий раз.